Здравствуйте, коллеги. Дмитрий Каждановец приветствует вас. Сегодня хочу вам рассказать о расческе девятирядки компании ВЕС. Данная расческа, к моему сожалению, пришла. Почему к сожалению? Сейчас вам расскажу. Оказывается, данная расческа предназначена для домашнего применения. То есть данная расческа не выдерживает больших температур, как мне показалось на первый взгляд. Вот, и данную расческу рекомендуют использовать клиентам. То есть, если вы, допустим, хотите порекомендовать своему клиенту хорошую расческу в домашних условиях, да, но чтобы они пользовались таким же инструментом, как у вас. Ну вот, компания ВЕС придумала расчески для домашнего применения. То есть такая же девятирядка, только единственное, у компании ВЕС для профессионального использования, для вытягивания волос, вот эта основа, она прорезиненная. Здесь, к сожалению, пластик. Вот. То есть, если так посмотреть, вот, если вы ее видите, да, то есть, вот, это пластик. И данная расческа, она по большей части для вытягивания волос. Не, ну, для вытягивания волос она, ну, не будет вытягивать, она только будет корни ставить. Вот, поэтому, как бы, если вы вдруг увидите такую расческу, и вам ее будут продавать как профессиональный инструмент, берите, не пожалеете. Знаете, что вот такие расчески прозрачные, да, то есть они еще в желтом исполнении, они по большей части для домашнего применения, не для профессионального использования. Ну, если, конечно, вы хотите ее помучить, ну, пожалуйста, можете ее купить, потестить и посмотрите, как она у вас, выдержит она нагрузки или нет. Как я пообщался с японскими коллегами, от больших температур все вот эти зубцы, они все, естественно, расплавятся. И, честно сказать, я ее еще не тестировал в жестких парикмахерских условиях, да, то есть потом об этом, наверное, вам расскажу. Вот буквально недавно мне ее привезли, я быстренько пишу этот обзор и делюсь с вами, так что вы знали и понимали, что это за расческа и с чем ее кушают. Вот, поэтому то, что у меня получится из нее выжить, и то, как она будет держать температуру, не будет она держать, я уже расскажу в следующих видео. Вот, а так, в принципе, что хотел, то рассказал. А, да, вот чуть не забыл. Смотрите, она, видите, даже она не продувная. Тут ничего нет, она прозрачная полностью. Поэтому я думаю, что от фена, блин, она будет плавится очень быстро, то есть никакой продувки, ничего нету. Так что вот, спасибо, что были со мной, спасибо, что смотрели мое видео. Будут вопросы, пишите. Всем спасибо, всем точных стрижек, всем пока.